Здоровки, Амиго, рад приветствовать тебя на канале Амигон. Это реакция на Мармока. О боже, как давно я не делал реакции на Мармока. И вот предоставился случай как раз таки глянуть последние два ролика на его канале. Вот, ребятушки, поддержите комментарием, напишите, что вы думаете о Мармоке и стоит ли на него снимать реакции. Интересны ли они вам? Погнали посмотрим Far Cry 5. Чё у меня? Это уже первая игра. А вот что у меня есть? Предыстория на шестую, да? У меня была жопа в другом. Что это? Умолительно умоляю, не оборачивайся, не смотри в зад. Надо уже понять. О, я ненавидел медведя, ненавижу медведя в этой игре. В этой игре просто они бесят. Слушай, а давай его покатаем. Миша! Ему уже скучно там в лесу. Опа. Я интересно, он уже жалеет, что летающий пришел за этим медведь. Кусочком мяса? Это гораздо лучше сюжета Far Cry. Вот это квадрокоптер, смотри на него. Слушай, дали им игрушку в руки. Мед собирай, Миша, мы тебе поможем мед. Заставка, безусловно, крутая, ну ладно, не будем пропускать. Вот рука не может дрогнуть, пропустить это. Опа, я тебя вижу, наконец-то. Это женщина. Ты индус, я забыл. Как выглядит инвентарь? На Е? На Кью? Ты нахуя мне говоришь сюда, блядь, мразь нахуй. Дай, не звони мне больше. Да. Я не знал, что. А я не помню, что. У меня тишина. Нет, да. Нормально. Побольше камней насыпь себе в карманы и в океан уходи. Зачем? Нехорошая идея. Может, женщину заберем с собой? Нам все-таки здесь долго жить. Она гнилая. Так мы друг с другом будем жить. Зачем тебе женщина? Но как будто она все-таки в ней сексуальность еще сохранилась. Она еще. Ну, блядь, не знаю. Я вижу эту лодыжку сломанную внешне. Отбрось. Вот представь, вымыть ее, пальцы править аккуратно. Вот посмотри на пальцы. Надо их тоже нормально положить. Это Рокки Тиммайтов в кэхе. Короче, она хорошо. Да не вообще, да никакая она. Она мёртва. Может, я ту половину возьму нижнюю тогда. Зачем? Что? О, я могу съёшь. Я ж скоро съёшь. Чего? У неё лица нету. У меня все в порядке, просто немножко в крови. Да она ж была в синем. Вот теперь не платье она одели. Да, платье да, платье одели ее. Но игра подумала, что с нее шкуру сняли. Слушай, мне интересно, вообще первый дебил, который это сделал? Не, на камбах, на траблах камбах. Ну что-то такое, да, такая херня, ну, неожиданно. Аборигены, интересно, они убегают. Такие увидели просто, ну нахуй. Да ну нахуй просто. Этих ебанутых туристов. Я построил еще одну эту хуйню. Отлично, отлично. Бревна имеют свойство исчезать, если от них далеко отбегать, когда они на земле. Поэтому я тоже в срочном порядке пытаюсь вот построить эти штуки. Я смотри, сколько палок принес. Да, так. О! Эта штука улетела, блять! В смысле, твою мать? Это как вообще? Что? Ты построил нам самолет, брат! А, я улетаю! Что происходит? Давай. Так придумали летательные аппараты всякие, да? А как это сделать? Опять улетит на... Это тело! Это из-за тела этого! Блять! Да тебе блядь! Я хочу в ней побыть в этот момент. Я тоже хочу в тебе побыть. Слушай, в этот момент. Господи, так где? Где? Ну короче, у нас есть вода, у нас есть еда, у нас есть. О, фига, зажигалка как в магазах. Мужское начало. Ты, я лес. Подожди, мне надо. Это прям уже горбатая гора, что ли, да? Наверное, так, наверное, надо было называть ролик. Вспомнить, как ограничить общение со мной. Мясо упало в сметану.
Надеюсь, ты не заляпался, дружок. Надеюсь, ты полностью не заляпался этой сметаной, пока ронял. Как ты мог? Как ты мог? Где ты? Жужа! Жужа, лужа! Ты в окно вышел, там что? Где пёсик-то? А давай спрыгни с моста на костюме крылей, и весело. Кто дальше долетит, тот не лох. Давай. Опа. Готов? Я первый. Я готов. Я ниже. А почему такой медленный? Где? До свидания. Ты чё? В смысле? Ну я дальше долечу, вообще плевать. Я низко. Эй, как так? Я все. Я в окей. А ты где? А ты... А ты почему там? А почему? Я не знаю. Я как? Я на S жал. Может, не стоило? Ну ты лох. Может быть, не стоило. Чтоб ты знал просто. Да, давай еще раз. Вердикт какой-то финальный озвучить, чтобы ты понимал, что ты лошпед. Лошпед. Лохозавр. Давай. Любители постушать холодильники. Коротко и ясно. Лохунда. Ну здесь это вообще Извини. Это что было? Я буду тебя оскорблять. Прости. Я перешагнул за черту. Я больше не буду. Еще раз. Ты мужчина, ты уже... Ты заслуживаешь уважения. Я пошел жаловаться. Нет! Как-то хочется прям взлететь куда-то. Куда-то, давай. Вот так вот. Взлететь давай еще! Что? Вот это круто. Что, блядь? Исполняется мгновенно. Твоё прям сейчас. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Еще нет. Слушай, а подарочки будут там? Такое получится, ты сможешь пассажирского сиденья толкать своей пушкой? Ой, сейчас будет весело по-любому. Слушай, ты что-то делаешь. Неприятно. Ничего хорошего. Немножко неприятно. Мы летим! Мы высоко летим! Ты летишь, придурок. А, это же вертолет. Вон ящик плывет, он нужен нам. Опа. Какой ящик? Нужен. Там дохуя всего. Мне нужен ящик. Мне обувь хранить надо. Это мой ящик. Да в смысле? Я зацепил его. А все уже. Куча досок, хлам и резиновая женщина. Я хочу хлам. Я надену голову акулы, может она не нападет на меня. Наивно. Ну ладно. Тогда лучше я сниму. Подумай, что самка такая. Я хочу, чтобы она так думала. Акула такая, здрасте, привет. Где она, блядь? Я её взял. Блядь, акула, да ёбаная. Ты что-то уронил, я это подниму. Что? Это твое говно. Я так и знал, я хотел сказать, ты кал уронил, что ли, там? Давай посмотрим, что здесь можно не трогать, чтобы мы это потрогали. Путешествие в Междумирье начинается. Так. Ну есть одна вещь, прям которую я бы хотел... Дух чтобы... приключения меня охватывает. Эх. Что у тебя с губой? У тебя кровь пошла изо рта. Похож на Рики. Только слюна какая-то. Это не зеленая, а розовенькая или красненькая. Точнее, розовенькая, наверное. Хочу посмотреть, что у меня под резина. Слушай, у нас под резиной долбоеб. А мы собираем этот мусор для чего? Ты в курсах? Зачем нам это вообще? Это грязный просто лед. Просто наслаждайся процессом. Я не уверен. Попробуй полностью проникнуться. Не уверен, что наслаждаюсь процессом, да? Сбора этой хуеты, которую я не представляю, для чего нужна. Хорошо, я попробую. Я попробовал, а дальше что делать? Я не знаю. Опа, что-то новенькое. Так, верстак. Я могу построить пол. Я могу построить верстак. Ты нихуя не можешь. Я построил верстак. Но у тебя не хватает дерева. Ага. Да. Ну все, появился смысл в этой игре. Появился смысл. Чего ты? Блять, я упал! В смысле, ты здесь, тупица, ты че? Это как? Так я упал! Потом переспавнился сюда. Я такой, появился смысл и спрыгнул с обрыва, нахуй.
А я не видел древесину, я не видел дерево, буратино. Да, она редкая, как будто бы. Какие звуки приятные, слушай. Я больше какие-то, не знаю, сопли дракона нахожу. Сопли дракона. Столько интересной мифологии, основанной ни на чем. Вампиры, драконы. Ну, люди развлекали когда-то себя, пока Netflix не придумали. Я укипусь об этот камень сейчас, да? Так, а уворачивайся. У тебя же есть уши для уворотов. Слушай, ну уши для уворота, так. Я могу построить только пол. Я не хочу. Уворачиваться ушами, что? Я не могу сесть. Хлопай ушами и взлетай. Алло! Главное, хлопать поднимите не забывай. Трубку, кто-нибудь, здесь, откройте тут посадочную, я не могу и сесть на поле. И южную серу не потеряй. Да, я под колесами, переедьте меня. Что я несу? Пожалуйста. Что? Как ты находишь постоянно это дерьмо, я не понимаю. Потому что я опыт, дерьмовый. Опыт. Слушай, скил, почему скил, я таскаю опыт свой трос за собой, будучи на поезде? У тебя же трос не торчит сейчас? Да, в данный момент. Это нет, выглядит как, обратно, блядь, пуповина какая-то бесконечная. А! Ого. Ой. Снова. Ты это пукнул очень громко. Очень было громко. Нет! Мне сегодня ночью будет сниться, как я падаю, отвечал. Я сегодня буду падать. Я думал уже, что... Я не могу дотянуться до поезда, ну как? Выглядит красиво, я камон, хочу. Камон, что происходит, блядь? Что паника, паника, паника. Что за карусель? Не паникуй, не паникуй, все, расслабься, выдохни, выдохни, братан. Выдохни. Я в панике пытаюсь забраться, но мне не получается. Ты похож на долбоёба. Я либо ощущаю катарсис, либо хочу блевать. Я не хочу. Лети! Лети, но не кренись! Я у на колесе! Поддела! Иди нахер, иди нахер, иди на... Не хочет взрываться вместе. Спорим, я вытащу его отсюда? А это что? Самолет сейчас бомбанет. Ты по-любому. Посмотри. Зачем? Я бомбу скину. А, нет. Я могу достать его отсюда. Я же так и знал, я так и знал. Ну, блин. Таким образом. Бедный самолетик там. Да, особенно когда зеваешь. Я чувствую, что я отупел. Либо я отупел, либо я таким и был. Что-то из этого. Не, мы такими были всегда. Я буду сегодня. Хотя нет, не согласен. Смотри, я за один вечер от тебя выучил два новых слова. Котях. Котях. И. Второе забыл. Я хочу челленджи какие-то. Какие-то интересные челленджи. Тут разные механики есть. Опа. У меня есть просто C4. И? И отсутствие идей. Звучит как план. Вот отсюда на джумпсуите. Да почему он цепляется? А, гнида, по мне стрелят лишь? Войну хочешь, да? Старые приколы, это очень старо. Это старо, да? Я спрят. Не-не-не, у меня очень мало патронов. Я могу тебя разочаровать. За досочкой ты меня не достанешь. Давай глянем. Ну мне тоже, я вот рядом с нашими капсулами вот этими вот. Нифига себе, туша. Туша на спине. Открытая. Видно. Издалека увидим мразь, если будет потом. А мне просто, ну, просто любопытно. То есть, яички волка у него на плече или на щеке, когда он его тащит? Ну, так, не, ну, просто любопытно. Просто он так тащит тушу. Вот. Тут костер горит до сих пор. Или он тащит и держится за яйца и за лапу. Или... ладно, продолжаем. Кинул туда, офигеть, до сих пор горит. Я не знаю, с какого момента он горит. И что для тебя... С того момента, как я его поджег. Логично же, блядь. Извини. Тупица. Освободите аванпост. Ладно, хорошо, что здесь есть? Так. Что это за карта? Бронежилет. Ты прям все, блядь! Защита на каждый день. Для таких жадных. Это лутает, лут. Боже, лутает. Что за великолепное говно? О. Что это? О. Это что-то разбитое. Это подводное, самолет надводное самолет.
Надводное самолет, что? Ну, по сути, надводное, да, если так уж. Поехали. Поехали. Поехали нахуй с этой карты. Куда-нибудь в заказ, что-нибудь интересное. Как они орут, сколько их много. Я пробегу просто, я не хочу с ними контактировать. Они ковид положительные. Ковид, не говори. Почему? Я не хочу думать о этих тестах, о всем этом говне, которое предстоит сделать, прежде чем поехать на этот Игромир. Как ты затоптал зомбаря? Бля. Что с ним происходит? Он же по крыше бегал. Что с этим зомби? Да у меня зомби? Все в порядке. Не, у меня все в порядке. Он застрял. Он застрял. Им можно воспользоваться как дешевая проститутка сейчас. У меня он просто вибрирует. Я могу так его въебал. Ой, ты все испортил. Ты испортил мне вечер, блядь. И он еще дал мне пощечину. Ты испортил мне вечер и пощечину получил за это. Мне кажется, на одной волне я мыслю. А, там еще что-то будет. Спасибо, друзья, за просмотр. На этом все. Все интересующие вас ссылки вы найдете в описании. Также там есть ссылка. Как всегда, я успею вам напомнить на наш GTA-RP сервер. Все-все они там в описании сидят в тишине. Кушать не просят, поэтому пускай там и будут. Все, здесь был гребаный Мармок. Увидимся в ближайшем будущем. Пока. И добавить нечего. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если не подписаны. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.